Кириловская – одна из самых очаровательных и невероятно талантливых актрис современного российского кино. Фильмы с ее участием смотрятся на ура и имеют огромный успех. Однако поклонникам всегда было интересно, как же живет их любимая актриса. Напомним, что Анне пришлось пережить долгий бракоразводный процесс, и ей все же удалось получить опеку над сыном. Итак, Михайловская живет в загородном доме со своим сынишкой Мироном. Чистый воздух, природа – как раз то, что нужно для ребенка, считает звезда. В свой дом актриса вложила много труда и средств. Дизайном дома занимались исключительно профессионалы, но под руководством хозяйки. Интерьер получился аристократичным и очень изысканным. Главной гордостью дома актриса считает свою большую и светлую кухню. Михайловская – замечательная хозяйка и обожает готовить. Дома есть камин, две гостиные, также имеется несколько спален и ванных комнат. Дом и вправду очень уютный. Пожелаем Анне и ее сыночку счастья и благополучия. Стоит отметить, что Михайловская и по сей день является востребованной актрисой. Ей под силу любая роль. А также она часто появляется на различных шоу, программах, таких как «Танцы со звездами» или же «Танцы на льду». В воспитании сына ей помогают ее родители.